Всем здравствуйте! Сегодня, как вы уже увидели с названием видео, тема будет идти о семейном образовании. И мы хотим, вот Боречка на заднем плане, тоже не даст соврать. Я тут, да. В виде оператора у нас. Здравствуйте! Значит, хотел поделиться нашими мыслями по этому поводу. Вы знаете, мы уже на семейном образовании 2 года. Второй год вот почти подошел к концу. У нас есть положительный опыт. У нас есть отрицательный опыт. Вот. Многие, кто к нам обращался за советом, и знают. Да, мы делились в личку, созванивались по скайпу, помогали друг другу и так далее. И сегодня я хочу поделиться, к чему мы пришли спустя 2 года на семейном образовании будучи, да. Значит, за эти 2 года мы переобщались со многими директорами, учителями, психологами, педагогами, со всеми, кто связан как-либо с детьми, с образованием и так далее. Я, конечно же, не буду называть имена, да и всех я не помню, очень много было людей на самом деле, очень много общения, мы созванивались, списывались, созванивались, ну, как-то вот по скайпу говорили, по телефону, вживую разговаривали, в общем, материала для размышлений было очень-очень много. И я понимаю, что многие-многие у нас на канале не поддерживают семейную форму образования, и это видео, оно не призвано кого-то призывать там к семейному образованию. Да, давайте все бросайте школы, давайте на семейное образование. Просто честно, ну, 50 на 50. Хотелось снимать это видео и не очень хотелось, потому что я понимаю, какие может это видео вызвать комментарии, как и в принципе все другие о семейном образовании, да. Но я понимаю, что также у нас на канале есть люди, которые хотели бы перейти, но что-то им мешает внутри, да, больше психологически, морально, может, какие-то есть сомнения по поводу этого, или же люди перешли, но сомневаются, правильно ли сделали там, да, люди, которые все-таки поддерживают эту форму образования и для которых эта информация будет очень важна услышать. Поэтому ни в коем случае никого не призываем. Я понимаю, что у нас с Борей получилось прийти на семейное образование. Мы вдвоем дома, у нас работа дома. Боря ИП, поэтому он свободен в графике, он не ходит куда-то на работу, да, ну, в привычном понимании этого слова. Он дома работает, то есть он на выезд работает. Поехал, сделал сварочную работу, приехал домой. У нас в интернете работа, да, но не у всех есть такая возможность. Есть мамы-одиночки, которые сами воспитывают детей, да, они вынуждены выйти на работу. Есть семьи, у которых там у мужа очень маленький заработок, жена вынуждена выйти на работу. Поэтому я думаю, это видео будет интересно как тем, кто против семейного образования, так и тем, кто за семейное образование. Почему? Ребята, за 2 года мы очень много передумали. Я еще раз повторюсь, мы переобщались с очень многими людьми и вынесли такое, знаете, свое понимание, что происходит в садиках, в школах с детьми. Я знаю, что найдутся те, кто будет говорить: да ладно, вы все надумали, это ваше право, но, может быть, кого-то мы хотя бы, как это сказать, ну, заставим это слишком задуматься, да, подтолкнем задуматься о том, как себя может чувствовать ребенок в школе, в садике, и чем ему можно в этом случае помочь. Сразу скажу, я не психолог, то есть, ну, я не обучалась на психолога, но дети – это мое самое большое хобби в моей жизни. То есть это то, чему я посвящаю очень много времени. Я посвящаю много времени изучению, как их воспитывать, как им дарить любовь, как растить свободных личностей, свободные личности, как не приглушить в них таланты. То есть мы с Борей, вот вдвоем, занимаемся этим уже 9 лет. 9 лет, да. Нашей дочери, 9 лет мы в поисках правильного воспитания, и у нас это получается, как бы мы двигаемся, конечно, мы делаем ошибки, конечно, мы не идеальные родители, нам есть чем меняться, и очень много, и те, с кем мы близко общаемся, знают об этом, да, мы делимся своими какими-то проблемами, и все, но мы вынесли вот что. Я поделюсь, а ваше дело, как применять это или не применять у себя в жизни, принимать это вообще, не принимать, то есть это будет выбор за вами. Значит, смотрите, что мы поняли. Когда ребенок рождается, он чист. То есть он до, например, ну, во сколько детей дают в садик? 3 года, 2 года, кто во сколько, да, год и 8. До этого времени он живет в той среде, ну, в среде своей семьи. Он учится навыкам, он учится манере поведения, то есть его лепит, формирует семья, да, по сути. Там ребенок может истерить в этом возрасте, а может быть полностью послушным, и это все зависит от родителей. К этим годам, я имею в виду 2 годам, да, вот сейчас взять Сашу, ему 2,5 года, да, примерно в этом возрасте детей начинают отдавать в садик.
ну, многие родители, многие раньше. Вот он уже, в принципе, сформированная личность. То есть он знает, что истерить нельзя, что когда с рук забирать нельзя, что нужно просить, когда что-то хочешь получить, а не кричать «Дай!». Это ну, в то том есть... случае, если родители занимаются. Да, но я говорю, что вы к этому возрасту уже, в принципе, ребенок понимает основы взаимоотношений. А они такие, как в семье. То есть если в семье принято выдирать друг друга с рук и кричать друг на друга, понятно, что ребенок будет делать то же самое. Я к чему веду? Что, в принципе, родители способны сами сформировать в ребенке все основы честности, да, там, доброты, не знаю, уважения и вот так далее. Затем мы начинаем отдавать, кто, у кого нет возможности держать ребенка дома, отдавать их в садик. Классно, если учитель или воспитатель попалась классная, ну, хорошая, добрая, которую воспитывали тоже хорошо, которая с любовью относится к детям. Это не ее работа, а это ее любимая работа. Это вообще шик. Тогда она в группе, куда попадают детки, она начинает формировать устои хорошей семьи. То есть взаимоуважение, все. В большинстве случаев я, конечно, прошу прощения у педагогов, у воспитателей, которые нас смотрят, но также я знаю, что многие с этим согласятся. В большинстве случаев в наше время сейчас еще, может, остались вот те педагоги, которые раньше были, да, старинные закалки, которые шли на работу с удовольствием, с радостью, что любили эту работу. Сейчас... Ну, мало, ну, я по рассказам сужу. Давайте так, я сужу это все по общению с другими людьми. По общению с мамами, которые наблюдают за работой воспитателей. По общению с самими воспитателями, которые наблюдают за работой сотрудников своих, да. Мало, единицы любят свою работу, единицы не кричат на детей в садике. Единицы прививают, знаете, делают больше, чем им за это платят. Вот, например, им платят за то, что... там, провести вот это время, прочитать вот эту книжку, научить там читать по слогам и т.т. Уложить спать во столько и это. Мало кто, вот как мне говорили сами педагоги, говорит, я работала там. Мне важно, вот чтобы была масса, вот эта масса там, 20 человек, и чтобы они делали все вовремя. И я, мне некогда отвлекаться на одного какого-то, ну там, чуть-чуть странного ребенка. Мне некогда разбираться, почему он себя так ведет. Мне надо, чтобы он себя так вел, и все. Это со слов воспитателя. Я понимаю, что не все воспитатели такие. Если вы не такой воспитатель, не знаю, как вот хочется сказать. Честь вам и хвала. Честь вам и хвала. Я хотела сказать респект вам и уважуха. По-молодежному. Ну вот правильно Борис сказал. Честь вам и хвала, и будьте воспитателем до конца жизни, и любите этих детей, потому что им очень не хватает сейчас в наше время любви. Но большинство воспитателей просто вот, так, сдали родителям. Утром приняли, пошли по шаблону, по плану. И самое интересное, самое печальное, что мне говорил воспитатель садика, мы не имеем права отступать от плана. Мы не имеем права, если, вот, например, все дети сели читать, я им читаю книжку, да, сказку, я не имею права отпустить одного ребенка, чтобы он где-то на заднем плане там рисовал, играл. Потому что... Другой ребенок этого захочет, еще другой ребенок это захочет. А мне некогда придумывать какую-то там, не знаю, программу для всех детей, так, чтобы было всем хорошо. То есть есть масса, вот масса, и она должна вся идти одинаково. Дальше. Мы поговорили, если хороший воспитатель, да, мы начинаем почему с садика, потому что здесь закладываются уже основы. Хороший воспитатель, он будет вникать больше, чем ему платят, да, то есть... Только из любви он будет стараться понять каждого ребенка. А ты почему себя так ведешь? А давай мы с тобой так попробуем. Это хороший воспитатель. Классно. Не, если воспитатель просто делает техническую свою работу. Вот приходит, вот мы с Борей размышляли, вот сидели только что. Значит, приходит вот этот чистый ребенок, например, который научен любить, не забирать игрушки, делиться. Вот он попадает в эту среду. Приходит другой ребенок, который научен... который научен забирать, материться на свои 3 года. Поверьте, в 3 года я такие маты я детей слышала на улице. О, уши вянут, даже взрослые так не матерятся некоторые. Вот он научен, он с плохой семьи, неблагополучный, например. Он тоже пришел в эту группу. Третий приходит ребенок в группу, где его в семье там забивают. Вот он такой вот, знаете, ну, или он чистый как бы, но он слабый. Он, то есть он не деспотичный, да, он такой вот, не трогайте меня, я вас не буду трогать. Ну, то есть дети-то разные, семьи-то разные. Инертный, правильно Боря выразился, вот это слово инертный. Вот они попадают в одну среду, из которой они не имеют права никуда уйти, в которую они обязаны попадать каждый день, в которую они не имеют права поменять. Вот они попали, и значит, по разговорам со многими, что мы выяснили? Дети делятся на 3 категории сразу в группе, также в школе.
Потом также на работе. Объясню, почему это все продолжается. Я сразу скажу, я не психолог, это наши выводы, исходя из множества разговоров и собственных наблюдений. И значит, мы просто хотим с вами поделиться, да, и мы никому ничего не навязываем. Значит, попадает ребенок в деспот, и он начинает деспотировать остальных. То есть, кто сильнее, а мальчишки начинают соревноваться, кто посильнее обидит кого-то, да, ну то есть за лидерство бороться. Значит, есть инертная группа, которая вроде добрые выросли, да, вроде они не деспотичные, но у них стоит выбор перед ними. Либо позволять себе дальше тюкать и забивать, либо они присоединятся к этой группе, чтобы их не задевали, чтобы их не обижали. И от скольких людей я слышала такую информацию, от скольких родителей. Мой ребенок шел в садик воспитанным, адекватным, никогда не кричал ни на кого, не бился. И буквально за какое-то время он научился делать то же, что там вот эта деспотичная группа делает. Говорит, спрашиваю, почему ты так делаешь? Папа, если я так не буду делать, они будут у меня забирать. То есть ребенок учится тому, что либо я стану волком, который тоже будет так же себя вести, либо я стану жертвой, а я жертвой быть не хочу, я буду волком. И они уже соревнуются между собой, кто будет более злым волком. Ребята, это все утрировано. Это все, вы можете сказать, да что ты, Таня, преувеличиваешь? Вот просто сядьте, подумайте, без, знаете, сразу быстрого комментария, без сразу быстрого вывода. Сядьте и проанализируйте свой садик когда-то. Сядьте, проанализируйте школу, работу, проанализируйте детей и их отношения. Вы когда-нибудь в школе были? Ребята, если вам интересно, просто сейчас зайдите в любую школу. Ну, лучше в городскую, конечно, потому что в селах еще получше в школах, но все равно. Вы заходите в городскую школу на перемене, посмотрите, как дети себя друг с другом ведут. Дети, они хватают вот так другого, швыряют на пол, и ты понимаешь, что либо ты научишься этому, либо будут тебя швырять на пол. То есть выбор невелик. И вот получается, делятся на две группы. Жертв обычно меньше, а вот эти, все эти жертвы гоняют. Я сама была, наблюдала в своем детстве такую картину. То есть были всегда несколько жертв в классе, и были все, вот компашка такая, да, которая эти жертвы гоняла. То есть издевалась, забирала рюкзак, разбрасывала тетрадки. Вспоминайте свое детство, сразу у вас все всплывет в памяти. И есть третья группа. Такой была я в детстве. И есть люди, тоже я с такими общалась, которые в классе были одиночками. Они отказывались быть жертвами, то есть не трогай меня, потому что пожалеешь. Но они отказывались вести себя так, как вот эти ведут. И таких единицы. То есть их на класс может набраться, ну, человека три может. То есть от силы. И вот такие вот одиночки, значит, они, ну, как бы, они не могут выбрать себе подобных. Они не могут оттуда уйти, и они вынуждены страдать от одиночества в этой школе. То есть они каждый день приходят, и они понимают, они здесь не на своем месте. Классно, если у них появятся вне двора какие-то друзья. В общем, я к чему хочу сказать, что в результате растут дети, которые вынуждены быть в одной из этих групп. То есть они не могут быть просто такими, какими они хотят быть. Они вынуждены расти либо волками, либо одиночками, либо жертвами. Хорошо, если в единичные случаи, когда ребенок делится родителям, сейчас в наше время, что с ним происходит в садике и в школе? Это единичные случаи. Это когда очень сильные доверительные отношения между родителями и детьми. В большинстве случаев вы даже не подозреваете, что приходится испытывать ребенку. Смотрите, мы говорим за случай, когда есть хорошие школы, особенно в деревнях, где такие, знаете, более семейные отношения. Мы не берем эти школы. Если у вас нет возможности обучать своего ребенка дома, не вопрос. Но хотя бы интересуйтесь, что с ним происходит в школе, какие у него отношения в классе, а как он себя ведет. Да, он говорит, мама, классно, у меня столько друзей. Сыночек, а вот какие ваши игры с друзьями? Ну, как вы развлекаетесь на переменках? А не унижаешь ли ты никого? А не забираешь ли ты ни у кого ничего? Хорошо, а как вы вот с мальчишками, да, особенно это мальчишек касается, хотя девочки сейчас не отстают уже в этом, не унижаете ли вы кого-то ради того, чтобы показать, что я лучше? И, конечно же, чтобы ребенок открылся, нужно очень хорошее отношение с ним. Зачастую, конечно, родителям некогда выслушивать, ребенок пришел со школы, быстро кушает, быстро делал уроки, ложись спать, да? Ну, то есть, это обычная схема, такая распространенная. А поэтому, в особенности, когда стал подростком, там вообще времени нет. Мама, я ушел гулять, ну и да, все. Поэтому, ребята, старайтесь не упускать эти моменты. Я честно, вот мы сидели с Борей и думали, мне стало страшно. Я вспомнила себя в детстве.
Я знаю детей, людей уже взрослых, которые вспоминали свою школу с содроганием. Это не вопрос, что вот многие говорят, мы надумали себе что-то, у нас был плохой опыт в школе, и поэтому мы вот пугаем так детей школы. Нет, я делюсь опытом сейчас многих-многих людей, с которыми я общалась, с которыми продолжаю общаться. И это не только наши слова, это не только наши взгляды. И мне становится страшно от того, сколько детей судят, потому что сколько я слышу, а сколько я не слышу, а скольких я не знаю. Сколько детей просыпаются утром со страхом идти в школу. С мыслью, что снова надо мной там будут издеваться. Снова там мне придется доказывать свое лидерство, унижая кого-то. Курение, пробование алкоголя. Ребята, это страшные вещи, за которыми нам, родителям, нужно следить. Не сваливать это все на учителей. Нам нужно строить с детьми такие доверительные отношения, что если что-то в классе происходит с вашим ребенком, он должен прибежать к вам это рассказать. И вы можете сказать, Таня, не выдумывай, я сама была свидетелем таких вещей в школе, что не хочется здесь сказать, потому что слушают нас дети. Это страшно, просто страшно, что происходило в те года. Я не говорю, что происходит в эти года. Поэтому я к чему говорю, что цель этого видео не испугать. Классно, если ваш ребенок ходит на классную школу. Классно, если вы знаете и учителя знают, что там происходит. Но если нет, спрашивайте ваших детей. Не заставляйте их своим вот этим, знаете, стеной, которую вы закрываете, носить это все в себе. Ребята, может, это видео будет немножечко таким, знаете... Ой, я даже сейчас боюсь его выкладывать, честно. Эмоциональным, не знаю, слишком вот... Ну, это больше мой крик души. Крик души за тех детей, которые страдают. И классно, если это не в вашей школе, не в вашем классе. Помогите вашим детям быть именно личностью. Не как бы, чтобы они могли иметь выбор, свой личный выбор. Не то, что заставляет их система делать, быть или в той группе, или в той группе. Помогите им быть вот теми, вот знаете, личностями, которые скажут, я не жертва, но ты меня не заставишь делать вот это против моей воли. Мне это претит. Вот просто учите их этому. Разбирайте с ними школу, разбирайте с ними садик. Спрашивайте, что происходит. А как себя с ним ведут дети? А как он себя ведет с детьми? Помогайте ему быть, знаете, как вот, сыночек, у тебя отбирают игрушки, а что ты делаешь в ответ? Слушай, а ведь сила в слове. А ты просто вот, ну хотя бы хоть как-то старайтесь детей вот в этом обществе, чтобы они были личностью и говорили, не трогай меня. Не трогай меня, я не жертва, ты не смеешь со мной себя так вести. Но я никогда не буду тебя бить, как ты бьешь других. Я не такой, как ты. То есть я не буду этого делать, и мне это противно мне. Мне противно унижать, чтобы доказывать свою личность. Учите девочек, что если кто-то в классе попробовал косметику там раньше нее, это не значит, что это круто. Учите мальчиков, что для того, чтобы быть мужчиной, не обязательно унижать более слабых. Чтобы быть, знаете, лидером. Вот мальчишки особенно за это бьются. Учите, что не в этом сила. Вот им будут навязывать, что если ты закурил, ты уже стал мужчиной. А вы учите, нет. Если ты не закурил, ты стал мужчиной. Потому что ты, у тебя сила воли намного сильнее, чем там, да, тех, кто заставляет тебя. Не то есть, биться, круто. То есть, не материться, вот это круто. Да, то есть учите ваших детей правильному поведению, отстаиванию своих позиций в школе. Чтобы они оставались вот теми, каких вы хотите их видеть. Обговаривайте с ними разные ситуации. Ребята, я знаю, что видео затянулось. Просто я скажу так. Из-за того, что у меня было очень тяжелое детство, я очень чувствительна к детям, которые страдают. То есть во мне есть такая черта, знаете, я бы, если бы могла, вот так бы обняла всех детей и забрала всех их, и не знаю, и утешила бы их, и подсказала бы, как им себя вести, там, не знаю. То есть я готова помогать детям, потому что я была на их месте. Я знаю эти страдания, когда дети в неблагополучных семьях. Я знаю страдания, когда дети слышат в семье маты, крики, бойни. Я знаю страдания, когда тебя унижают в школе, да, а ты не хочешь быть ни в той группе. И ты одинокий. Я знаю эти страдания. И поэтому мне хочется как-то через родителей, я не знаю, будут ли смотреть это видео дети, но я знаю, что взрослые его могут посмотреть, что через вас, родители, хоть как-то, вот знаете, пробиться к этим детям и помочь им чувствовать себя хорошими, нормальными, никому ничем не обязанными в своих школах. То есть не обязанными меняться в худшую сторону, не обязанными быть жертвами. Вы после просмотра этого видео не скажете, о, точно, все, я забираю ребенка с школы, там, с садика,
и иду это. Нет, призыв не в этом. Призыв помочь нашим детям быть здоровыми в этом обществе, быть активными в этом обществе, перестать быть жертвами в этом обществе, менять свою жизнь так, как, знаете как, слушать свое сердце, а не слушать страхи, слушать свое сердце, а не слушать систему, навязанную, да, рекламой там или еще чем-то. То есть учите этому детей. Все, всем пока, любим вас очень сильно. До встречи.